Казахстан направит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Об этом, выступая на саммите Организации тюркских стран, заявил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что решать насущные проблемы путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. По его словам, Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. Касым-Жомарт Токаев призвал разрешать любые конфликты путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Глава государства подчеркнул, что для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. По его словам, важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права.